В общем, ребят, прошли гонки, у нас остается время, да, посидеть. Мы сели прекрасно чай попить. С рюмками не палимся. Да, с рюмками не палимся. Ну, конечно, дрожь идет, соответственно, допинг взяли. Мы простые, такие же люди, как и все. Так что, честно говоря, приятно было, да? Убери ты, а? Что ты за человек-то такой? А ему говоришь, что... Это Ромыч, нет, чтобы свой номер достать, он там что-то обнимает. Это, избил меня с мысли. Вот щусь, ты такой, я тебя прибью. Ребят, я его прибить, можно я его прибью? Только не держи кулак, можно всех. Опять меня с мысли сбиваешь. Я хотел сказать про флаг. Мы флаг прицепили к трактору, и он у нас на старте отпал. Отпал не из-за того, что мы его плохо прикрутили, а потому что был баннер, и он зацепился об баннер. Поэтому мы не стали сцеплять флаг Екатеринбург. Так что извините, Екатеринбург. Это уже нам сказали, чтобы не цепляли, чтобы баннер там не сломать. Баннер не порвали. Да, чтобы баннер не порвали. Флаг крепкий попался, древо крепкий, екатеринбургский. В общем, адреналин ухапнул, потому что дрожь там у меня до сих пор-то нет, проходит. Вот после рюмочки дрожь прошла, если честно. Да. Роман Петрович, расскажи свои те самые ощущения. Почему ты притормозил на финише, сволочь такая? На это знаешь, что тебе что поучаствовать. Понятно. А я тогда почему, блин? Я отстрелялся-то вроде неплохо. Отстрелялся хорошо, но и промаха. Что ты там, кстати, вот сейчас теперь можешь показать свой 30-й номер. Давай, показывай. Это твой, это не мой. Показывай. У меня 10-й. Короче, он взял 30-й номер, чтобы меня подкалывать, что 30-й номер забыл парня. Как он, мы подходили? Я забыл, как зовут парня. Ну, респект, уважуха. 30-й номер сделал Саню Маляра. Он меня сделал. По трассе, на скорости причем. Да. Не на стрельбе. Он его сделал на трассе. Респект, уважуха, напиши мне в комментарии. Знак твой, мы его подпишем. Да. В общем, ну у меня руки дрожали на этом. Вот он сейчас дрожащими руками его подпишет. На стрельбище, да? А сейчас, видимо, камера тоже трясется, да? Да, правда? Да. Тебя колбасит чуть-чуть, да. Почему? Здесь молодой... Меня начало колбасить, когда я пошел к доктору. Это не знаю почему. Не пил ничего с утра. Потому что наш ростовский друг, блин, начал врача прикалывать. Блин, Рома начал, утра, да. Блин, там, туда-сюда. Он начал говорить, что мы коньяк пили, да. Мы чай пили, а он сказал, короче, у меня просто потом начало трясти, не знаю почему. Я еще трубку дышал, видите, да? Как поросенка поцеловал. Да, я сказал девчатам, сейчас проверим, какой у нас там коньяк, безалкогольный, вообще полевосадок. Это вот предатель. Я его в следующий раз... домой он мне пешком пойдет. Причем не было повода. В Ростов причем. Повода не было вообще. Да, до себя довезу до Екатеринбурга. Отмечу Ирине, отзвоню, что он у меня. Скажу, дам ему трубку, чтобы он поговорил. Билет, а дальше скажу, я делов не знаю. Скажу дальше, делов не знаю, где он пропал.